Профессиональный праздник – повод для встречи и приятных слов. Сегодня сотрудники прокуратуры принимали поздравления в свой адрес. В России ведомство появилось в 1722 году, в регионе – в 1918. Прокуратура, шутят сотрудники службы, самая востребованная организация. В нее обращаются буквально по всем вопросам, связанным с нарушением прав. Прокурорами выявлено более 77 тысяч нарушений закона, почти 3 тысячи незаконных правовых актов. По выявленным в ходе надзорных проверок нарушениям возбуждено 80 уголовных дел. Свою работу эти люди в форме называют результативной. Важнейшую роль в борьбе с преступностью играют скоординированность и согласованность действий правоохранительных органов. Сегодня именно прокуратура выполняет эту почетную и очень сложную задачу. Прокурор находится вне политики, не подвержен лоббированию чьих-либо коммерческих интересов, что является залогом законного и справедливого решения любого вопроса, с которым к нам обращаются люди. Что же касается приоритета, то нам их диктует сама жизнь.